наш фок. Чуть дошел. Ё-моё. Там меня ждет Алексей. Я ему звонил. В принципе. Поднимаемся по лестнице. Тяжелый такой момент. Ну, куда тут деваться-то? Пойдем сейчас на ледовую площадку. Там Алексей у нас должен быть. Здравствуйте. Ледовую площадку внизу. Да. А? Внизу. Это куда идти? Да не пущу вообще. Почему? Ну потому что нельзя сюда ходить. А, даже вот так вот, да? Да. Ну ладно. Сейчас вот приду постарше. Тут ну, в принципе, это его обязанности. Да? То есть он работает. Все правильно. Здесь нечего комментировать. А? Нигде нечего комментировать. Ребята просто гоняют шайбу. Вот именно. То, тренировка, что гоняют шайбу, как вот они. Тренировка закончилась, они просто завершают тренировку. Чисто играют в игровой время. Шваги ворота гоняют шайбу. Сейчас вот пришли уже постарше, сейчас вот начнется другая тренировка. У них заканчивается тренировка, у них осталось 4 минуты тренировки. 4 минуты они заканчивают в игровом варианте. Сейчас просто они гоняют шайбу. У них уже было все. Ну а тебе сын-то он уже ушел от этой вот фигни-то, да? Нет, сейчас будет, вот, сейчас придет. А, сейчас придет, да? Это самый маленький. Ну, тут не особо так ездил, да? Ну, они что, все, год, наверное. Год, наверное, да. В принципе, мы находимся на фоке нашего города Сергачки. О, российский флаг, это самое главное. Он из полиции, видишь, игрок. А? Он из полиции играет. Где, вот это вот? Да, будущий полицейский. Будущий полицейский? Вау. Чемпион. Вот это вот, да? Ну вот, синий с белым, видишь, полиция сзади. Не вижу. Вот сзади он спиняет. Сейчас, подожди. Сейчас, подожди, вылечу. А, полиция, да. Ведется бой. На матч... Бой на... ведется. Как новая он? Дружина. А, на матч ТВ. На матч ТВ. Ну, у меня синий желтый. Где? Вот желтый. Да. Вот синий, синий шлем и желтый. А у тебя в каске почему-то? А, да, в каске, да? Да, синий шлем. Улыбается, кстати, улыбается. Вместе с твоим другом. С черным, да? А? С черным. Синий, желтый. Ждут начала. Торпеда почему-то. Торпед написано. У кого? У черного. А, это Ильяс Сарифуллин. А. У него просто майка это тренировочная такая, торпеда. Ездили на матч, наверное, КХЛ, купили там. Да. Ну, вот сейчас они будут выходить на тренировку. Ну, разбились. Опа. Все,
что, позволю, что ли? Лишняя работа очень много. Ну да. Или, видишь, Юнидев. Старенький еще. Ну да. Сейчас охранник выйдет, скажет. Ну, в первый раз тут навряд ли выйдешь, да? А, здесь вот так вот имеется. Я тебе говорю, чтобы здесь вот сходил. А я думал. У меня там... Ну все, садимся и едем в Сеченово. Я не знаю, что мне тут показывает, что не показывает. Едем на заявочку. Тут у нас пятерочка, короче, видеокамеры сломались. Находимся в Сеченово. Заехали вот сюда вот, ну правда. Не на тот объект заехали. Сейчас поедем чуть-чуть ниже. Там еще. Я так даже ездил это. Переспускал там. Вот этот прибор-то. Точно. Ну, Сибусбан, да. Да, там. Короче, там это. Там делает новый монтаж всех вот этих вот систем полностью. Кстати, как у них все фонари горят, да? Здесь тоже еще один новый магнит. Здесь магнит новый будет. Какой-то. Здесь магазин магнит будет. Откуда население денег прятать, чтобы все из магазина прятать? Не знаю. Значит, выгода какая-то есть Сечина. Определенная. А чуть-чуть. Вот здесь спускаемся. Честно, лево. И вот здесь вот пятерочка, да, вот пятерочка. Так, туда заезжать. Так, сейчас да? направо. Не стоит, наверное. Да, стоит. И вон, видишь? Да прямо здесь поставь, здесь вот вообще. Здесь поставил, в принципе, такого? Перед пешеходным переходом, не знаю. Можно, как? Перед можно. Можно, точно. На нельзя. Она нельзя. Мы приехали пятерочку. Сейчас пойдем. Там делать камеру. Сигнал идет, напряжение идет. Значит, здесь.